районе Керченской паромной переправы сегодня сохраняется штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 23 метров в секунду. Очередь на паром из Крыма за сутки выросла в 1,5 раза до 3000 машин. В порту Кавказ Краснодарского края в очереди стоят более 1000 автомобилей. Единая транспортная дирекция рекомендует воздержаться от поездок в Крым и обратно с 19 по 20 сентября и по возможности переждать непогоду на материковой части России или полуострове.